Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну и поговорить хотелось бы о демократах и антиамериканизме, или, так скажем, антиамерикализме школьных программ. Совершенно верно. Ну, демократы и антиамериканизм — это уже можно ставить знак равенства между двумя этими понятиями, к сожалению, на самом деле. Но поговорим об этом. Я понимаю, что, возможно, многие, или не многие, но тем не менее, ожидали, что так или иначе мне придется затронуть два вопроса из прошлой недели. Это вердикт по делу Чована и Оскары. Но, возможно, я разочарую вас, тут мне уже и сказать особенно нечего. Про Чована уже вы много слышали, и возвращаться не хочу, только повторю то, о чем я говорил и раньше, что, по моему убеждению, полицейский невиновен, и что весь процесс – это достаточно бесславный, к сожалению, эпизод в американской юридической истории. Что касается Оскаров, то это ныне зрелище даже не только отвратительное, но и абсолютно неинтересное. Поэтому здесь мне, честно сказать, и комментировать-то особенно нечего. Ну, только так отмечу, что приятно, что хоть один Оскар ушел в более-менее достойные руки, более-менее. Это за лучшие зарубежные фильмы. В Дании, по-моему, только в прошлом году кино и снимали более-менее достойно. Поэтому то, что датскому фильму дали Оскара, ну, хоть немного мне позволяет смириться со всем тем безобразием, которое мы... Я не смотрел, говорю сразу, поэтому, ладно, не мы, а кто-то наиболее отважный вчера решился наблюдать. Но в целом, конечно, Оскар уже не заслуживает нашего разговора, по моему убеждению. А датские фильмы, и вот еще по одной, которая «Another Round», и «Рыцари справедливости» с тем же Микельсоном, это посмотрите, я вам советую. Да, ну а теперь к нашим делам. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И на прошлой неделе появился такой проект рекомендации от байденовского министерства образования, который указывает на будущее унылое, где приоритет при раздаче грантов для школ будет отдаваться школам, где должным образом преподается американская история, ну и обществознание. Звучит вроде бы и неплохо, ну почему бы, собственно, и нет. Американская история – это замечательно. Но дальше начинается объяснение, вот что именно, по мнению авторов этого нового рекомендательного письма, является правильным подходом. А правильный подход – это совершенно верно борьба с расизмом, признание того, что Америка, по сути, своей расистская страна, признание каких-то там дискриминационных акций, там длинное перечисление идет разных слов, которые даже не буду перечислять, сам bias, discrimination, marginalization, ну, вы меня поняли, что вот все вот это надо обязательно подавать, и что дети должны при этом еще и осознавать, понятно, дети какой расы, что они все изначально неправы в своем восприятии окружающего мира. То есть, по большому счету, речь идет о том, что, если уж будем так откровенно говорить, что если в школе детей обучают в том, что они все негодяи, что их родители неправильно воспитали, что раз они принадлежат к определенной расе, то они изначально неправы, и что вся история Америки – это история ужасов, кошмаров, притеснений, угнетения, то получите деньги. Если же будет объясняться, что да, и в истории Америки были разные эпизоды, но сама идея американская позволяет любые ошибки исправлять, и сама идея американская делает историю Америки исключительным явлением, извините, вам денег никаких не положено.
Это, к сожалению, не единичное явление, потому что демократы прекрасно понимают, как и что работает в политической жизни, и они еще собираются подобные же, это просто рекомендации, а есть еще и законопроект, он называется Civic Security Democracy, и готовится он и в Палате представителей, и в Сенате. И что вдвойне удручает, это то, что и республиканцы некоторые, вроде Корнина, там к нему причастны, который, по большому счету, будет проталкивать то же самое. А именно под красивыми лозунгами о необходимости изучения американской истории нашим школам будет навязываться вот то самое, та самая теория критической расы и все остальное, что я вам только что примерно описал. Это все очень и очень, даже не знаю, какое слово подобрать на речи, чтобы тоже не повторяться и не использовать какие-то мрачные словечки. Но ничего не поделаешь. Дело в том, что мы с вами видим, как идея, как и все, что делают левые, она выворачивается и извращается вообще до безобразия. Американская история, я уже не раз вам говорил, повторю это еще раз, это самое интересное, что есть в мировой истории, и все, что связано с американской системой, обществознанием, это интересно вдвойне, потому что Америка едва ли не единственная страна, ну, может, еще Израиль, в основе которой действительно философия, а не просто какие-то интересы и национальные, политические, экономические и так далее, а философия. Все интересы, которые я назвал, это не отменяет, но то, что Америка сама по себе это идея, это безусловно. И если это будет в школах подаваться, обсуждаться и освещаться как надо, то это прекрасно. Рейган, который, как вы напомню вам, у себя в Калифорнии еще систему образования практически реанимировал, вырвав ее из рук левых и добившись потрясающих результатов по уровню, повторюсь. Он говорил, что патриотизм на пустом месте на самом деле смысла не имеет. Патриотизм должен быть основан на знании истории и идеи своей страны. И в этом плане американский патриотизм, он выигрывает у всех остальных, именно потому, что знание и анализ американской истории, американской философии, он позволяет людям своей страной действительно гордиться и понимать, в чем она превосходит многие другие. Но то, что мы видим сейчас, это приведет наоборот к тому, что будут учить не реальному осознанию американской истории, а вот этой самой модной леволиберальной, которая патриотизм вытравливает, уничтожает, и заменяет его, да ничем не заменяет, потому что когда все уничтожается, то левые, они ведь даже ничего нового не предлагают на место того, что они крошат и ликвидируют, кроме каких-то эмоций, абстракций и утопий. И я прекрасно понимаю, что действительно просто повторять, что Америка – это хорошо, Америка замечательная, и вот тот самый патриотизм достаточно, так скажем, плоский, это касается тут уже любой страны, это не очень хорошо, и это действительно, ну, бездумное повторение одного и того же ничего не значит. Но в американской истории, как только что сказал, такой богатый опыт, такой богатый, такая богатая пища для размышлений, обсуждений и так далее, что в общем и целом, казалось бы, она незыблемая, и даже какие-то критические моменты, критическое осмысление американская история позволяет развивать. То, что предлагают товарищи левые, это никак не критическое осмысление, это замена бездумного патриотизма, который, повторюсь, я не собираюсь защищать, на бездумный нигилизм, что ничуть не лучше. Потому что если детям будут вбивать в голову вот все то, что я назвал,
все плохо, изначально российская страна, вы все расисты, ваши родители расисты, у вас в голове расизм и так далее и тому подобное. Во-первых, это на самом деле расизм сам по себе, потому что все это нацелено только на демонизацию белых, расизм в чистом виде. А во-вторых, это отказывает, опять же, в критическом осмыслении, потому что если вы начинаете, и дети, и учителя, если таковые найдутся, начнут ставить под сомнение вот эту вот омерзительную левую повестку дня, то они сразу оказываются опять расисты, как их там еще называют, демагоги, сторонники подавления личности и так далее и тому подобное. То есть это не, повторяю, развитие критического осмысления своего прошлого, это навязывание единомыслия и навязывание его через угрозы и практически через вымогательство. То есть, ну, только деньги не отбирают, а говорят, хочешь, служи, тогда что-то получишь. И, конечно же, это отвратительно, в образовании такого быть просто-напросто не может. Но именно этого пытаются и добиться левые. Что делать? Самый простой вопрос, естественно. К сожалению, ответ, который напрашивается сразу же, а именно, чтобы школы сказали, подавитесь своими грантами, увы, этого не произойдет. Потому что настолько сильно школы по всему миру, кстати говоря, не только в Америке, это очень-очень негативное явление, как я считаю, настолько все подсажены на гранты, что любой повод этот грант получить, любая школа, вне зависимости от штата, где она находится, она его постарается не упустить. И если же губернаторы будут пытаться хоть как-то это предотвратить, то какой поднимется виск-крик, посмотрите, губернаторы или проклятые ретрограды-консерваторы не хотят, чтобы у них развивалось образование, не хотят, чтобы учителя получали деньги, не хотят, ну, я думаю, вы без меня можете продолжить. Поэтому просто-напросто оставить это на таком уровне, что в школах вдруг проснется сознательность и понимание того, что деньги – это хорошо, но идеи свои и следование чести выше, от школ ждать этого не стоит. Уж поверьте мне, человеку, который знает это изнутри, я думаю, что здесь мы совпадаем абсолютно. И школы российские, и школы американские. Гранты превыше всего, это бесспорно. Здесь должны включиться, конечно же, опять законодатели на уровне штатов. Это могут быть, да, и губернаторы, но всегда лучше, о чем тоже мы с вами не раз говорили, когда то или иное действие, оно закрепляется через закон. Мы с вами видим, что республиканцы на местах, они что-то делают. Правда, почему-то особенно удачно у них это получается, если губернатор свой, будь то Северная, Южная Дакота или Арканзас, я их не осуждаю, но в ряде штатов, где губернатор демократ, в той же Пенсильвании, у республиканцев тоже есть большинство в местных законодательных собраниях. Поэтому им тоже надо уже активизироваться и что-то делать. Так вот, к чему я все это рассказываю, что если на местах законодатели начнут принимать надлежащие законы, которые запретят, да, я в данном случае этого слова не боюсь, чуть позже объясню почему, которые запретят преподавание всего, что будет приводить к расколу в обществе, к политизации классов, к политизации образования, к лоббированию учителями интересов тех или иных политических групп и так далее, то им это делать надо. Потому что первая поправка и свобода образования, свобода мысли и академическая свобода, они не имеют ни малейшего отношения к теории критической расы. Потому что теория критической расы и все, что с ней связано, это подрыв общества, это ничуть не лучше, чем изучение в школе, да еще и симпатии, Майн Кампф, национал-социализма и какой угодно
античеловеческой идеологии. Поэтому Штаты, тем более я напомню, что по мнению многих отцов-основателей, первая поправка не очень распространяется на Штаты. Спорный момент, но мы его будем держать с вами в уме. Так вот, Штаты имеют полное право себя защищать и от навязывания идеологии, которая создаст в Штате раскол, который приведет к тому, что общество будет настраиваться определенные слои против друг друга, дети против родителей, белые дети против черных, черные против белых и так далее, а все эти нововведения, они приведут именно к этому. Так вот, законодатели имеют полное право это запретить. Насколько это разумно сохранять в университетах, вопрос другой. Я полагаю, что это вполне можно запрещать и в университетах, или если не запрещать, то, по крайней мере, преподавать это на том же, не как отдельный предмет, а, скажем, сделать курс по античеловеческим идеологиям. И туда на здоровье коммунизм, национал-социализм, фашизм, социализм, социал-демократия, теория критической расы. На здоровье так пусть изучается. Поэтому защищать себя надо, и меры по тому, чтобы в школах такого не было, в школе это совсем не нужно, по моему убеждению, абсолютно. А чтобы в университетах это было выведено и, если угодно, маргинализировано, не люблю это слово, но тем не менее, на здоровье право на то имеют американцы, и родители точно, я уверен, не хотят, чтобы их детям такую ерунду вкручивали. Я уверен, большинство из вас родителей, вы со мной согласитесь, так нескромно скажу. И мне бы точно не хотелось, чтобы, например, проецируя это на себя, хоть я учитель в другой стране, чтобы от меня требовали, чтобы я преподавал то или иное под определенным углом. Я могу свои взгляды высказывать, если что, я могу проводить дискуссии в классе, но ни в коем случае я не имею свои взгляды навязывать. Ни в коем случае я не имею права говорить, что раз я представляю интересы какой-то группы, значит, я прав, а вы все нет. И все учителя должны поступать точно так же. Все мы люди, все мы можем быть эмоциональными, все мы можем говорить те или иные вещи, но есть правила, за которые выходить не следует, и по моему убеждению, на учителей эти правила действовать должны. Говорю, опять же, как человек изнутри. А если мы с вами предложим другой вариант, а именно, что само по себе все рано или поздно выдохнется, ну, возможно. А я опять нескромно сужу по себе, когда я в школе учился, у меня нет абсолютно никакого желания идеализировать советскую систему образования, хотя я знаю ее сильные стороны, но слабые я знаю гораздо лучше. И смею вас заверить, что уже, когда учился я это, ну, значит, будем говорить, с середины 80-х до конца 80-х, что все то, что еще оставалось идеологическое, нами уже воспринималось с насмешкой, с издевательством и полностью отвергалось. Да, могли в сочинении писать то, что от нас требовали, да, могли, только в старших классах, к счастью, уже этого не было, говорить то, что от нас требовало, но никто не верил абсолютно. Никакой идеологии, будь то история, литература, где-то идеология нам навязывалась, все эти дополнительные занятия, мы порой просто смеялись в голос над товарищами, которые нам что-то рассказывали про коммунизм, а угроза военрука, что я вас всех отправлю в партком, райком или не помню еще куда с родителями, мы абсолютно не воспринимали. Ломать ничего не ломали, сразу говорю, но поставить горшок на голову бюсту Ленина или прикалывать такую здоровенную кнопку точно в лоб портрету Ленина, это делали, да. Я к чему все это рассказываю, что Менкин был такой замечательный американский эссеист, он говорил, что если детям что-то навязывать, то вы точно добьетесь того, что они это отторгнут абсолютно. Да, это так. Но до того, как дети это отторгнут, может произойти много чего плохого, к сожалению. Когда мы это стали отторгать, это, напоминаю, прошло уже, будь здоров, сколько времени. С того момента, как коммунистическую идеологию стали вбивать в наши советские головы. И я не уверен, что Америка себе может это позволить. Поэтому, конечно же, не стоит пускать это на самотек и ждать, что нормальный, здоровый детский цинизм, а он есть, подростковый особенно, в конце концов приведет к
тому, что все это безобразное учение благополучно погибнет и деградирует, детей все-таки стоит оберегать от определенных вещей. А подобные вот программы школьные, которые, к сожалению, навязываются сейчас из Белого дома и из Конгресса, это, если хотите, политическая педофилия. И, конечно же, это нельзя просто так оставлять. Только это насилие не над телами, а над мозгами. Это эксперименты, мы все говорим, эксперименты над детьми — это ужасно. Представляем себе что-то такое отвратительное с врачами, там, скальпелями и так далее. Это само собой. Но поверьте мне, когда подобные действия проделываются с детскими мозгами и с детской нервной системой, это может не так ужасно звучит и выглядит, но по сути своей это тоже очень и очень гнусное мероприятие, которое может привести к очень и очень гнусным последствиям. Так что защищать школы от идеологии, безусловно, это надо, и республиканцы, и консерваторы это делать должны. Иначе, завершая уже этот свой сегмент, и опять нескромно возвращаясь к себе, в те же самые 80-е мы преимущественно слушали музыку западную, и была такая песня группы Depeche Mode, про взгляды их ничего не буду говорить, нам сейчас это не важно. Там песня была совершенно не про политику, но там есть строчка такая, она, как ни странно, очень точно комментирует то, о чем мы с вами обсуждаем. Это показатель того, что иногда поп-культура действительно очень кстати бывает. Там обращено к 15-летнему персонажу, скорее всего, к девушке, и герой песни говорит что-то вроде, процитирую, не буду переводить, жду, вы меня поймете: «It's just a question of time before they get to you, and как там дальше, it won't be long before you do exactly what they want you to». Вот то же самое. Времени мало, время истекает, и до того момента, как дети начнут говорить то, что им навязывают, увы, осталось не так много. Поэтому нас, вот эта вот строчка из песни Depeche Mode и многое другое, предохранила от коммунистической, от левой идеологии, не всех, но многих. Что предохранит детей американских, мне сказать сложно, но то, что взрослые республиканцы должны хоть что-то предпринимать и все те действия политических педофилов останавливать, для меня это абсолютно безусловно. Тем более, что, к сожалению, учителя и профсоюзы учительские, они союзниками вряд ли станут. Увы, но так оно и есть. Здесь умолкну. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Вы абсолютно правы. Во-первых, какая-то часть детей и подростков, способная к критическому мышлению, просто боится противостоять этому, боится, потому что достаточно много случаев, когда детей подвергают наказаниям, там, ущемлениям и так далее, если они вдруг не шагают в ногу с партией. А с другой стороны, как вы справедливо заметили, ушло достаточно много времени, прежде чем этот нарыв был вскрыт, я имею в виду Советский Союз, идеологию коммунистическую. И достаточное количество людей, может быть, я не знаю, может быть, не так много, может быть, процентов 10, которые понимали всю ложь, которая на них обрушивается, и как бы внешне мирились с этим, а вот на кухнях позволяли себе высказываться, там, и анекдоты рассказывать, и осуждать то, что происходит. Боюсь, что здесь на протяжении нескольких поколений детей лишали способности к критическому мышлению, поэтому, скажем, сейчас вот опросы общественного мнения показывают, что 62% студентов предпочитают жить при социализме, не понимая, что это такое, чем это грозит. А дальше будет, наверное, ну, какой-то период времени, если политические силы, так сказать, не приложат к этому усилия, чтобы развернуть ситуацию. Я не знаю, как долго это будет продолжаться. Ведь на самом деле то, что делают леваки, ничего нового в этом нет.
Помните большевиков, которые переписывали историю, уничтожали культурные ценности? Помните маоистов, культурная революция? Вот у нас свои хунвибины теперь появились. Я не знаю, насколько их много, но они довольно активны. 20 лет назад, когда мы приезжали в Америку, это была Америка с ее красивыми памятниками генералу Ли, там, Джефферсону, Вашингтону, а сейчас они все это уничтожают. Они буквально уничтожают памятники, культурные ценности, они переписывают историю, и начинается это все с малых лет, то есть с начальных школ. И гитлеровцы то же самое делали. То есть это, ничего нового в этом нет. Переписать историю, а сейчас они заводят тысячи и тысячи детей из Латинской Америки, которые будут проходить, родители которых не способны вообще, так сказать, объяснить им как-то ситуацию, какие-то исторические примеры привести, а многие приезжают сюда без родителей, и опять же школа, если школа, школьные программы не изменятся, они воспитают еще одно поколение тех, кто ненавидит эту страну. Буквально ненавидит эту страну. В общем, ситуация с образованием довольно скверная, и последствия могут быть весьма и весьма печальные. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скоро наступит 20-я годовщина американской трагедии, терактов 11 сентября. 10 лет тому назад Обама, Хиллари и Килл по-своему отметили убийство нашего посла в Бенгази. По-своему отметили эту десятилетнюю годовщину. А вот Трамп еще в прошлом году, его правительство решило вывести наши войска из Афганистана буквально вот в мае месяце. Но Байден решил это приурочить к 20-й годовщине вот этих терактов 11 сентября. Вот, на фоне того, что у нас уже наши комсомолки и Хономари Рашида открыто выступают за то, чтобы уничтожить Соединенные Штаты, не является ли решение Байдена как бы признание поражения Соединенных Штатов в этом противостоянии? Спасибо. Да, спасибо. Эта тема слишком обширная, как-нибудь мы к ней еще вернемся. Трамп действительно вел переговоры, но там был целый ряд условий, и не факт, что войска бы были выведены на самом деле, потому что там условия были. А Байден собирается просто выводить. И я вам просто приведу про самый простой пример. Когда Обама вывел без каких бы то ни было условий войска из Ирака, ну, мы получили ИГИЛ, и черт знает что, с чем потом Трампу пришлось разбираться. Вот к чему приведут эти шалости Байдена с однозначным выводом войск, я, честно говоря, даже не знаю пока. Но мне представляется, что просто так выводить, не ставя никаких условий, ничего не делая, да еще и в такую дату, это как минимум неразумно. Ну, подробнее, может, еще вернемся к этой теме. Давайте мы остановимся, сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся, обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, господа. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем закончится эта байдовня с Турцией? Ведь это покруче тех торговых санкций, которые применял Трамп Китаю. И еще один добавочек. Иван, вам хорошо слышно? Не, я, к сожалению, байда с чем закончится? Закончится байдовня с Турцией. С Турцией? Да. Она покруче, чем санкции Трампа против Китая. Там чисто все, экономическое, понял. Здесь политическое. Еще одна небольшая добавка. Очень многие, даже интеллигентные люди, не догадываются, что все, что мы видим и слышим, остается в нашей памяти навсегда. Именно так обучаются дети. Это научно определено. Да, спасибо. По второму пункту согласен. Что касается первого, то тоже рассчитывал как-нибудь отдельно про это поговорить, но расспрашивать, то быстро.
Я на самом деле редкий случай, когда с Байденом-то согласен, по-моему, первый раз. Не, второй, первый раз, когда он про Путина сказал. Ну, как сломанные часы, да, он свою норму выполнил. Признать геноцид армян, конечно, надо было. И этому противились многие граждане, ну, не самые, так скажем, те, кому надо было прислушиваться, истеблишмент госдеповский. Киссинджер, ну, к сожалению, Шульц последние годы своей жизни. А так еще Рейган говорил о необходимости, что геноцид действительно был. Так что здесь Байден-то прав. Но Турция, она, конечно же, в очень удобном положении. Она пользовалась в свое время Британией вовсю. И из-за этого британцы закрывали глаза на многочисленные преступления турок против христиан. А теперь, в годы холодной войны, Америка и опять Запад, так как у Турции очень выгодное положение, держались и тоже игнорировали преступления Турции. Сейчас уже следует признать, что нынешняя Турция ни с какой стороны не союзник, но из-за того, что их положение по-прежнему важное, они могут шантажировать всю Европу теми самыми беженцами и опять своим положением, то их все равно боятся. И это, да, это проблема. Режим Эрдогана абсолютно антизападный, антиизраильский и исламистский, и с ним надо что-то предпринимать. Как и что предпринимать, надеюсь, еще поговорим. Но вот, повторяю, признать геноцид армян надо было. И тут, при всей моей нелюбви к Байдену, я не могу ему претензий предъявить. Ну, тогда давайте еще о Байдене. Проведем параллель между Байденом и Манделой и определим. Да. На прошлой неделе умер Уолтер Мондейл. И как-то заметьте, что демократы о нем почему-то почти и не говорили. Хотя, казалось бы, почему бы и нет. Вроде бы второй человек после Картера реально. Либерал, вы помните, вице-президент. Так долго жил, но в реальности даже некоторые республиканцы его вдруг стали вспоминать более добрыми словами. Понятно, что сегодня, для сегодняшних демократов Мондейл это такой же представитель старых белых мужчин, как и будь то консерваторы, будь то либералы старой школы. Тем не менее, я не думаю, что мы должны по отношению к Мондейлу испытывать какие-то симпатии, какие-то сентиментальные чувства. А во многом Мондейл – это Байден вчера, если угодно. И, ну, только помладше все-таки, надо отдать ему должное. И победил он в 1984 году, а ситуация была очень похожая, кстати говоря, потому что Мондейл был вице-президентом очень плохого президента, то есть Картера. И хотя сейчас мы помним результаты, казалось, Рейган бы побеждал в любом случае, но пресса, кто-то посчитал в 1984 году, в три раза больше давала негатива на Рейгана и в три раза больше позитива на Мондейла в предвыборную кампанию. И были моменты, когда... Я не скажу, чтобы Мондейл лидировал, потому что там внутри демократов были постоянные внутренние разборки. Но был момент, когда 52, кажется, процента опрошенных считали, что Рейгану не надо, что Рейган проиграет свои выборы и второго срока Рейгана не будет. Ну вот тогда Америку уберегли от Мондейла. И дело в том, что этот человек, конечно же, абсолютно левых взглядов, но это опять нам показывает то, насколько полевели демократы на сегодня. Потому что если они Мондейл уже сегодня так воспринимают как чужого, то это показатель. Между тем, Мондейл, еще когда был сенатором от Миннесоты, он вполне себе открыто говорил, что Америка – это страна, подобная худшему станет вот-вот страной, которая хуже апартеида в Южной Африке, подавление черных. Он выступал за повышение налогов, он выступал за смягчение отношений с коммунистическим режимом. Ну, в общем, куда ни ткни, воплощение, повторяю, левого политика.
Более того, Картер, как ни странно это прозвучит для нас сегодня, когда в 76-м году шел на выборы, то многие демократы и, к сожалению, некоторые республиканцы считали его едва ли не консерватором. Было такое. И когда он взял себе вице-президента Мондейла, то сразу в ряде либеральных изданий появились лозунги вроде «все, либералам могут успокоиться», раз Мондейл будет при Картере, то все замечательно, он таким, все, теперь мы получим либерального президента, что, кстати, и оказалось. При этом в пользу вице-президента я скажу, что при всем своем левом либерализме у него все-таки патриотизм сохранялся, и он, например, после некоторых выступлений Картера всерьез угрожал тому уйти в отставку и говорил, что президент не должен ругать американцев, это неправильно. Это, конечно же, ему в плюс. Но, как бы то ни было, когда самого Мондейла выкинуло в кандидат в президенты, то это был кандидат, ну, действительно, может, кто-то помнит, ну, действительно, похожий на Байдена. Потому что человек, который говорил какую-то ерунду, человек, который мог быть в жизни, может быть, и приятным, но был очень скучным, казалось, что он хочет, у него нет абсолютно своей политической платформы, что он стремится угодить абсолютно всем, как там про него, да, тут даже был такой бампер, да, погудите, если Мондейл и вам что-то пообещал, да, его называли похожим на ручного пса, потому что он лижет какую угодно руку, смеялись над всем, что его нос похож на бракованную открывалку для, открывашку для бутылок. Ну, в общем, просто какой-то комедийный персонаж. И сам Мондейл, он некоторые свои шансы и загубил, потому что, например, ему некоторые демократы, во что тоже сегодня верится с трудом, предлагали проект налоговой реформы, по которой налоги бы в результате сокращались. И вот тут республиканцы занервничали, потому что снижение налогов — это была их фишка, говоря современным языком. Но Мондейл от этой этого пункта своей программы категорически отказался, да еще и произнес потом знаменитую фразу: «Рейган повысит налоги, я повышу налоги, но я сразу вам это обещаю». Ну, замечательное вообще выступление, что не говоря, да, только такого человека и надо Америке в президенты. Кроме того, хотя при том же Картере именно Мондейл пытался спасти внутри демпартии группу, которая потом стала называться неоконсерваторами, то есть джексоновские демократы вокруг Генри Джексона, которые собирались, и демократы, которые выступали за более жесткую внешнюю политику, но ему, как вы знаете, это сделать не удалось, и вся эта группа голосовала в результате за Рейгана. А Джин Киркпатрик после встречи с Картером и Мондейлом, несмотря на все попытки Мондейла как-то их беседу сгладить, потом сказала: вот за этого человека, то есть за Картера, я голосовать никогда не буду. А при этом опять, когда дело дошло до выборов, то Мондейл стал говорить: а почему бы нам регулярно не встречаться с советскими лидерами, почему бы нам регулярно не проводить мирные переговоры и так далее и тому подобное. Если мы вспомним, что это 84-й год, когда Советский Союз возглавлял гибист Андропов, то как бы сразу становится понятно, что человек, который ищет контактов с гибистом Андроповым, ну, точно патриотом Америки не является. И то, что Мондейл, кстати, тоже, как и Байден, еще и прикрывался женщиной вице-президентом Джеральдин Феррара, конгрессвумен, но тоже его показывает нам как предшественника вот нынешнего американского президента. К счастью, тогда обошлось, и Рейган убил, простится мне такая формулировка, Мондейла на вторых дебатах одной фразой. Первое, что интересно, Рейган, можно сказать, проиграл, потому что был, ну, не очень хорошо выглядел, смотрелся хуже. Но ко вторым дебатам он подошел уже в должной форме. И, как вы помните, этот знаменитый момент, когда речь зашла о возрасте, Рейган сказал, что ни в коем случае я не буду эксплуатировать возраст в политических интересах и не буду говорить о молодости и неопытности моего противника. Сам Мондейл засмеялся, потому что было понятно, что вот в этот самый момент
судьба выборов была практически решена. Рейган идет на второй срок, а Мондейл выбывает из политической жизни. И практически так и произошло. Он там где-то на втором плане был, мелькал в каких-то анимационных сериалах второстепенным же персонажем, но его карьера левого либерала с высокими налогами и политикой умиротворения была благополучно закончена. И, ну, к сожалению, знаете, верить, верующие вы люди, уважаемые слушатели, или нет, поэтому считайте это божьими силами, считайте это силами провидения или просто совпадением, или правилами жизни. Но, знаете, есть такой момент, если люди уворачиваются от серьезной угрозы, но не делают никаких выводов, то потом они эту угрозу получают, и она реализуется. В 1984 году левый либерал, который обещал всем и все и шел на выборы с повышением налогов, политикой умиротворения и женщиной вице-президентом, сражаясь с сильным республиканским кандидатом, проиграл. Проиграл разгромно. И, казалось бы, таким людям в политике уже не место. Но, к сожалению, в 2020 году ситуация так или иначе повторилась. И вы знаете, чем все это, к сожалению, для всех нас закончилось. Поэтому Уолтер Мондейл – это, увы, тот, кто проложил дорогу таким, как Байден и сегодняшние ультралевые. И говорить, что старые либералы, не, они были не такие, они были лучше. Я назвал положительные моменты Мондейла. Да, он свою страну все-таки любил. Тут этого у него не отнимешь. Но то, что либералы старые проложили дорогу таким, как Обама и Байден, это безусловно. Так же, как и то, что сегодня Байден и же с ними прокладывают дорогу Кортес, Тлаиб, Орурку и опять же и же с ними. Поэтому, да, полагается говорить о покойных хорошо. Я постарался выделить положительные моменты, но, признаемся честно, оплакивать Мондейла нам не стоит. Уж простите мне такой вывод. Если давай. Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый Иван, я в последнее время мало звоню. Мне, ну, в принципе, я согласна со всем, что вы говорите, но сейчас я немножко не согласна с тем, что Байден выиграл. Он ничего не выиграл, это были страшные фальсификации, каких не видывала история. Поэтому его, так сказать, назначили левые в виде троянского коня. Поэтому, я не знаю, мы привыкли, конечно, что президенты у нас побеждают более-менее честно. Но левые, так сказать, всегда с маленьким вопросом. Но я не знаю, как считать Байдена, и что это такое президент, и вообще какое-то недоразумение. Спасибо большое. Ну, я тут тоже с вами согласен, но, понимаете, увы, ситуация такая, что мы должны с вами иметь дело с тем, что мы имеем. А мы имеем президента Байдена. Как это произошло, при каких обстоятельствах, другой вопрос. Но то, что он вообще оказался кандидатом в президенты, и то, что вся программа, все работало на него, и то, что он стал президентом, уже то, что это произошло, это само по себе, к сожалению, плохо, даже очень плохо. Ну, то, что есть, то, что есть, поэтому тут уже ничего не поделаешь, но в Белом доме он на данный момент, увы. Хорошо, а давайте теперь Великобритания и их коммунисты. Да, я совсем немного, потому что я знал, что времени будет мало, но это поможет нам закольцевать с тем, о чем мы говорили в начале. Итак, в Британии продолжаются локдауны, и среди тех, кто особенно рьяно за них агитирует, не просто левые, а открытые коммунисты. Скажем, в последнее время вот издание такое левое «Гардиан», которое в народе у нас называют русскоязычные правые «Вертухай», так вот, «Гардиан» опубликовал, в частности, очередное интервью с профессором психологии Сьюзан Митчи, где Сьюзан Митчи требовала, что все закрыть, никого не выпускать, маски
чтобы никто не дышал, и в них и социальная дистанция. А вакцина, кстати, тоже вам, кто в вакцину, таких, я думаю, мало, но кто верит в чудодейственность вакцин, я не против вакцинации, кстати, но и не вижу в них полного спасения. А Митч пообещал, что вакцина — это ничего на самом деле. Они ничего не изменят, будете колоться как миленькие, и будете носить маски, и будете сидеть дома. И пока вообще ковид не исчезнет с лица земли, ничего мы вам не отменим. Вот так вот. И кто такая Сьюзен Митч? Я вам сказал, профессор психологии. Кто Сьюзен Митч по взглядам? Она коммунистка, при этом не просто левая, которая коммунистических взглядов, а коммунистка последовательная. Она позирует и выступает там, когда из дома, под портретом Фиделя Кастро. Она обожает Северную Корею. Ее и студенческие годы, и по сию пору студенты называют «нянька Сталина». И это ее совершенно не смущает. Но дело даже не в этом. То, что левые обожают всех запирать и держать дома, как шутят над ней британские обозреватели, ей понятно, что раз коммунистка, и коммунисты все любят держать ее под контролем. Проблема не в этом. Проблема в том, а где она сейчас работает. А работает она в комитете по вот этому самому ковиду и является советницей, на минуточку, правительства Соединенного Королевства. А вы помните, что у нас правительство Соединенного Королевства, оно якобы консервативное? Я вам напомню, что официально победила консервативная партия, и правительство считается консервативным. И кто им диктует политику? Коммунистка. Вряд ли она одна такая. Я уверен, что есть люди, которые с ней полностью согласны во взглядах. И мы с вами видим, что то, о чем нас предупреждали, моя любимая тема, но к ней мы не, опять возвращаемся, Маккарти, Мартин Дайс и еже с ней, именно что коммунисты не будут уже не просто действовать на каких-то низших уровнях, определяя политику, а то, что не скрывая своих коммунистических взглядов, они будут решать, что нам делать, как нам делать, как себя вести. И правительство якобы консервативные, номинально консервативные, будут их слушаться, будут им подчиняться, это уже реалии, увы. Реалии пока в Соединенном Королевстве. Мне очень хочется надеяться, что до Америки они не дойдут. Но так или иначе, в той или иной степени, они, увы, у вас тоже намечаются. И напоминаю, она преподаватель. Поэтому то, о чем мы говорили в начале, а именно о важности образования и о том, что образование остается одним из самых серьезных полей битвы, это безусловно. Иначе вот такие вот коммунисты-преподаватели скоро будут диктовать все и всем. И в том числе возможному республиканскому американскому президенту. Мне бы очень хотелось, чтобы этого не произошло. Но то, что коммунисты нами руководят и этого не скрывают, вот эта история нам напомнила. С этим надо что-то делать, и по-прежнему все наши взоры устремлены опять на вас, потому что коммунизму может противостоять только Америка. Те самые американские идеи, идеи отцов-основателей, идеи лучших американских философов, политиков, которые Америку держали все это время. Поэтому помните об американских идеях, они спасут вас, и они спасут всех нас. Вот так, а на сегодня мне, наверное, пора заканчивать. К сожалению, вытравливаются идеи, о которых вы говорите, которые позволили создать. Я так скажу, я согласен с вами, но, знаете, пока хоть у одного человека, в любой даже стране, под рукой либо книга отцов-основателей, либо планшет, либо эти идеи в голове, Америка выживет. Хотя бы в одном человеке. В этом я уверен. Но мне бы хотелось, чтобы не в одном человеке, а как страна, конечно. Посол Соединенных Штатов в ООН, назначенный зиц-председателем, с трибуны, ну, выступая там в ролике, заявил о том, что в основополагающие документы американские, созданные отцами-основателями, заложен системный расизм. Вот так будет это все преподноситься. Это не Америка. Это враги Америки, увы, дорвавшиеся до власти. К сожалению, вы абсолютно правы, это враги Америки, дорвавшиеся до власти, но, к сожалению, какая-то часть населения, причем немалая, я не верю, что там 85 миллионов проголосовало за Байдена, это не верю в это, просто не могу поверить. Но какая-то часть, конкретные там этнические группы, социальные группы голосовали за него,
и за эту партию. Причем среди русскоговорящих тоже процентов 10, наверное, 15, которые голосовали за Байдена. Одни, потому что они при слове республиканцы у них вызывают, слово республиканцы у них вызывает какую-то дрожь, скрежетание зубами, а другие просто потому что ненавидели Трампа, как будто он убил их бабушку. Вот такая на личном уровне, на персональном уровне ненависть. И все. Хорошо, Иван, спасибо огромное, как всегда, очень познавательно, очень интересно, и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи.